прямом эфире. Есть вещи, говорить о которых трудно. У меня волосы дыбом встали. Неудобно, больно. Надо внимать. Госпожа лжесвидетельствует здесь, в студии. Но молчать о них нельзя. Тайное всегда станет явным, будет наказуемо. Мы готовы к самой жесткой дискуссии. Того, что происходит в прямом эфире. Хочет заработать денег. Не надо, не надо обманывать. А для чего мы это все обсуждаем? Мы делаем это для людей. Прямой эфир с Михаилом Зеленским. С понедельника по пятницу. На канале «Россия».